Угаса. У Гасса были большие планы. Он хотел кардинально изменить звучание музыки. В ночь, когда он родился, он посмотрел на меня своими большими глазами, просто как маленький птенец. Я не могу. Я начал 7-8 месяцев назад. Я не профессиональный музыкант, я просто хорошо говорю в микрофон. Его настоящее чувство в его песне. На моей странице в Википедии указаны жанры: альтернативный рок, R&B, хип-хоп, трэп, эмо, панк. С первого взгляда было ясно, что он звезда. Поначалу он был очень наивен, и было непонятно, чем он так интересен. Но это просто смешно. Его окружали люди, преследовавшие свои цели. Он никому не отказывал. Для него это было все равно, что кого-то ударить. Его тревожило, что его не хватит на всех. Если вы встретите меня в обычной жизни, то заметите, что я не очень уверен в себе. Все становится хуже. Из-за гастролей напряжение? Да, тревога усилилась. Ему пришлось вынести столько боли. I feel like I'm still alive.